Страйкбольный привод от компании VFC, VR16, калибр CQC. Поставляется в картонной коробке. Внутри вы обнаружите паспорт-инструкцию на английском языке. Магазин от QRC механический, полимерный, с ребрами жесткости, достаточно хорошего качества, вмещает в себе 120 шаров калибром 6 мм. Привод является репликой штурмовой винтовки Colt M4 с несколько измененным цевьем. В качестве основного материала здесь выступают металлические и алюминиевые сплавы, но сталь здесь также присутствует. Это кольцо и антабка, различные винты, имитатор пламегасителя и дверца выброса гильзы. Также стальной доводчик. Пластиковые здесь только рукоять, курок, магазин, прицельные приспособления и приклад. Открытые прицельные приспособления интересно реализованы. Их можно как снять полностью, освободив планку вивера для других прицельных приспособлений и аксессуаров, так и снять вообще. Сам привод средних габаритов, длина его 690 либо 700 мм, в зависимости от того, как вы отрегулируете приклад. Длина ствола 229 мм, масса 2 кг 689 граммов. Спусковой крючок очень интересный, его очень удобно удерживать в перчатке. Также удобному ухвату в перчатке способствует очень тоненький гриб, тоненькая пистолетная рукоять. Приклад интересный, тут реализована своеобразная дверца, она поможет вам установить аккумулятор, не снимая приклад полностью. Переводчик огня у изделия информативный, удобный, в принципе, классический для ARR-платформы. Привода очень интересные, качественные, не очень популярные пока что, думаю, в скором времени это должно измениться. Рекомендуется в качестве основной платформы для наращивания игрового опыта людям, которые всерьез хотят заниматься страйкболом.